Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Еще раз всех приветствую, рад всех видеть. У нас с вами очередной аналитический курс, дневной, 14:30. Если меня слышите и видно картинку, просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Ну и будем начинать. Для тех, кто, возможно, первый раз у нас присутствует на нашем аналитическом обзоре, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. У нас выходит два раза в день аналитические обзоры, с утра в 9:45 и в 14:30 по Москве. На утренних обзорах мы с вами разбираем более детальную ситуацию с точки зрения выхода важной статистики, то есть за прошлый торговый день, как эта статистика повлияла на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем главные события, на что нужно делать упор, собственно, как могут повлиять эти события на наши основные инструменты, находим возможности для входа в сделки, точки входа и обозначаем цели по нашим операциям. Вот. На дневном обзоре, то есть мы уже опять же ищем вероятность, да, возможность для входа в сделки, смотрим цели, смотрим, соответственно, как наши уже открытые позиции, да, собственно говоря, двигаются, да, в ту или иную сторону, ну и отрабатываются ли наши цели. Вот, собственно, вижу у нас плюсики стоят, чат у нас живой. Ну, тогда начнем, собственно. Ну и первое, с чего мы начнем. Начнем мы с евро-доллара. Евро-доллар у нас сегодня пошел нисходящее движение, да, то есть показывает, дошли сейчас мы до цели 1.1335. Сейчас, собственно, цена немного задерживается в этой зоне. Дальше будем ждать дальнейшего движения. Собственно, у нас, если будет дальше давление на евро, собственно, цена может пойти уже, соответственно, к такому более серьезному уровню 1.13 ровно. Если смотреть на 4-часовике, вот у нас есть уровень, который сейчас вырисовывается, да, то есть 1.1335, вот, то есть тоже достаточно неплохой уровень, и мы видим, что цена несколько раз, да, доходила до этого уровня, и дальше, соответственно, происходили отскоки, и уходили мы наверх. Сейчас что мы видим, в принципе, происходит зона коррекции, да, то есть в нашем среднесрочном восходящем тренде, где закончится эта коррекция, да, то есть она может закончиться у нас как раз у уровня 1.1335, либо, соответственно, еще ниже цена может сформироваться, и, скажем, с уровня 1.13, да, то есть мы можем пойти на разворот, цена пойдет уже по тренду. Плюс, конечно же, будет к такому, скажем, развороту и дополнительному позитиву в отношении евро уже, скажем, завтрашнее заседание ЕЦБ, да, объявление протоколов. Вот. Ну и, собственно, завтра вполне можем увидеть, да, скажем, этот разворот, но в любом случае пока вот на сегодняшний день мы видим давление, да, давление на евро. Сегодня у нас по еврозоне никаких макроэкономических факторов важных не выходило, вот, поэтому все идет, скажем, в рамках тех анализа нашего, да, то есть в рамках движения основных. Вот, ну и будем ждать, собственно, по окончании коррекции, да, которая у нас, возможно, уже будет, там, скажем, в ближайшее время, будем уже думать о покупках по среднесрочному тренду по евро-доллару. Да, то есть пока, собственно, здесь ничего нету такого, да, то есть и хороших входов я не вижу. Поэтому будем смотреть, ожидать. Так, далее у нас фунт.
Фунт, собственно говоря, вот, пожалуйста, у нас очень хорошее движение, динамику показывает. То есть у меня с утра, кто был на уточном обзоре, видели все, открыта была сделка на продажу как раз. После, собственно, ретеста уровня 1.4774 вниз движение, открыл продажу с целью 1.4071. Вот. Ну и сегодня вот, буквально часом ранее у меня закрылась сделка с профитом. Сейчас, видимо, опять идет движение вниз. Ну и что мы можем сказать? Мы можем сказать, что, собственно, фунт у нас пошел на разворот именно вниз движение. И по технической картине, да, то есть все говорит об этом, да, о развороте. И мы видим, что у нас каждый раз идет обновление минимумов. Также мы, собственно, обновили минимум, который у нас был, получается, 24 числа. Вот, и сегодня мы уже однозначно зафиксируемся ниже. Поэтому, опять же, будем ждать коррекционного движения наверх. И уже после разворота опять по нисходящему тренду, да, то есть будем стараться заходить в продажи. Вот у нас есть такая глобальная цель движения к уровню 1.3879. То есть пока мы видим, идет такое очень серьезное движение, серьезное давление. То есть тут на протяжении у нас получается 2 дней, да, то есть вчера и сегодня фунт очень-очень хорошо двигается вниз. Вот, по отношению к американскому доллару. Вот, поэтому на текущий момент, собственно, ждем коррекции, да, то есть и уже на конце коррекции, на развороте вниз, стараемся опять же зайти и получить уже профит. Как это было вот, собственно, сегодня, очень хорош, с очень неплохим результатом. 50 пунктов закрылись. Поэтому будем ждать. Что касаемо швейцарской валюты, швейцарский франк, у нас пока, видим, ситуация особо не меняется. По большей части мы находимся во флете сейчас. Ну и по-прежнему ждем движения. Если, соответственно, будет у нас разворот, движение наверх, ждем пробития, главное, уровня 96.59. И уже после этого заходим в покупки. Вот, пока здесь ничего не делаем, по-прежнему наблюдаем за швейцарским франком. И как только движение пойдет разворот, собственно, на 4-часовике мы видим здесь, да, то есть особо движения нету, можно сказать, флет. Вот, ну и с разворотом уже наверх, да, с пробитием уровня дальше можно будет действовать. Вот, либо, соответственно, также у нас еще есть, конечно же, второй вариант, да, по уже продолжению движения вниз, да, то есть пока у нас есть такая неопределенная, скажем, ситуация, ждем, собственно, движение вниз. Сейчас, собственно, на развороте, да, коррекция, разворот вниз. И на развороте здесь уже по основному движению, да, по тренду, можно будет, собственно, открыть продажу. И очень будет такой показательный момент. Показательный момент, если мы уже в последующие дни вот это вот минимум, который у нас был сформирован, получается, 5 числа, да, этот минимум уже будет, собственно, не последним, а предпоследним, да, то есть очередной минимум, который у нас, если сформируется ниже предыдущего, да, то мы можем сказать, что у нас, скажем, правила формирования, да, нисходящего тренда у нас сохраняются, да, то есть и цена идет по тренду вниз, собственно, движение. Вот поэтому будем смотреть дальше, смотреть, ожидать. Если так случится, да, то тогда будем действовать на продажу. Вот. Но пока будем смотреть, мониторить.
Что касаемо японской иены, да, то есть японская иена пока у нас застряла на как раз цене открытия моей, да, то есть сейчас посмотрим. Есть сегодняшний день, да, который иена проводит во флете, да, причем полный флет. Конечно же, здесь торговать невозможно на таких условиях, но у нас есть, собственно говоря, по факту, да, движение. Движение нисходящее было у нас, собственно, и пробитие зоны 110-71, и, собственно, возврат к этой зоне, да, дальше, собственно, ретест, отскок. Ну и также у меня сегодня с утра я открывал сделку, вот сейчас он находится в небольшом минусе, дальше будем, собственно, смотреть, ожидать. В принципе, пока факторов таких кардинальных, да, для разворота по доллар-иены пока я не вижу, пока их нету, собственно. Ну и есть у нас очень неплохой уровень 110.71. Вот, посмотрим уже вечером с открытием Америки, дальше уже будет ясно. Ну и сегодня также у нас, еще раз повторюсь, да, протоколы ФРС выходят вечером, нужно будет просмотреть, да, промониторить, и дальше посмотрим, как крупные участники, да, уже отреагируют на выход протоколов. Вот, и поможет ли нам это уже для дальнейшего укрепления иены. Вот, далее по канадцу. Вот канадец у нас сегодня также была покупка, собственно, на развороте. Вчера у нас была коррекция, сегодня тоже в первой с утра, да, в первой половине дня мы увидели небольшую коррекцию, и, соответственно, образовали мы сегодня минимум, и дальше пара пошла наверх, да, то есть открыто у меня была как раз на развороте сделка на покупку, закрыл я ее, собственно, у уровня 1.3174. Вот, цель моя была, да, скажем, пройдена, ну и было закрытие. Сейчас ждем, что у нас будет дальше. Если у нас движение пойдет дальше наверх, да, будет очень показательный момент, если мы сможем вчерашнюю, да, то есть вчерашнюю вершину мы сможем пройти. То есть если у нас сегодня, к примеру, да, вершина будет выше образована, чем предыдущая, да, то есть это будет означать, что у нас продолжается восходящее движение, да, то есть, ну и смена вообще самого среднесрочного тренда, мы про нее говорили, да, уже с утра. И сегодня я сейчас повторю, да, то есть ждем пробития зоны 1.3310. И только после этого мы можем уже по факту сказать, что происходит смена среднесрочного тренда с нисходящего на восходящий. Здесь уже можно будет думать о среднесрочных покупках по данной валютной паре. Но пока только краткосрочные покупки, да, вот в рамках таких вот движений, там по 30-40 пунктов, да, там не более, мы можем брать. Вот сегодня, собственно, так и получилось, да, там 30 пунктов мы смогли взять с рынка по паре доллар, канадский доллар. Вот. Ну и сейчас опять же ждем, наблюдаем, впоследствии уже появится возможность, да, то есть, ну, сегодня навряд ли, уже, думаю, завтра посмотрим, что можно будет сделать по паре доллар-иена, да. Ну и очень показательный момент, что сегодня, конечно же, посмотрим, если у нас сегодняшний максимум будет выше, чем предыдущий, да, сформированный 5 числа, то это будет очень хороший момент, еще один показательный момент, плюс в сторону разворота данной валютной пары наверх. Далее, австралиец. Вот, австралиец, собственно, открыта у меня позиция на продажу. Открыта она после того, как цена у нас развернулась от уровня 0.7558. Это очень хорошо видно на 4-часовке. Собственно,
На развороте мы видим, что движение идет вниз. Ну и сегодня вероятность того, что мы как минимум дойдем до, собственно, минимума, который у нас был сформирован вчера, да, предыдущий минимум, вероятность очень большая. И с образованием нового уже локального минимума, да, на 4-часовке, это будет означать то, что, собственно, валютная пара австралийский доллар к американскому доллару, да, то есть пошла на разворот. Ну и мы сегодня об этом говорили, да, то есть очень важный момент. Если мы, собственно говоря, вершина, вернее, минимум, вот этот, который у нас был сформирован 24 марта, то есть если у нас цена пройдет уже ниже данного минимума, то есть у нас цена 0.7475, и зафиксируемся мы у уровня 0.7443, пойдем ниже, да, то есть это будет означать о том, что происходит у нас смена направления среднесрочного тренда, который у нас был с начала января, мы начали формироваться. Вот, и сейчас вот мы видим, постепенно идет разворот. Вот. Если это случится, то дальше будем уже действовать на продаже, да, по среднесрочному тренду нисходящему. Вот. Ну и пока все к этому и идет, в принципе. Вот. Поэтому открыта была сделка, собственно, стоп-лосс за уровень был поставлен, ну и тейк поставил уже там небольшой, как раз на предыдущую минимум сформированный. Далее, что касаемо новозеландца, здесь, в принципе, ситуация достаточно похожая, так же, как и у австралийца. Здесь тоже также сегодня мы образовали максимум. Давайте сразу на часовик. Вот он, пожалуйста, практически дошли, да, до уровня 0.6821, развернулись, пошли вниз. Сейчас находимся у уровня 0.6780. Вот, ну и ждем дальнейшего движения. Возможно, также новозеландец у нас сможет пойти на разворот. Но здесь мы видим зоны коррекции, конечно же, гораздо больше, да, чем... больше, шире, чем у австралийца. Вот, если посмотреть, да, в целом, вот у нас есть среднесрочная восходящая тенденция, и сейчас вот эти зоны, да, то есть мы видим, что сейчас идет коррекция при среднесрочном восходящем тренде. Вот, и если у нас поменяется тренд, да, и, соответственно, поменяется настроение у крупных участников, да, то есть мы ждем пробития уровня 0.6671, да, то есть и чтобы цена уже зафиксировалась ниже данного уровня. После этого можем уже сказать точно, да, то есть уверенность, что у нас меняется смена тренда, да, то есть именно среднесрочного тренда, и дальше уже можно будет действовать в продажах по новозеландцу с долларом. Вот, но пока вот мы видим, есть коррекция, да, в этой коррекции мы не торгуем, собственно, ну, по крайней мере, я не торгую точно, да, то есть жду такого более четкого движения, сигнала, чтобы была возможность зайти по новозеландцу, да, и не просто зайти, а заработать. Вот, поэтому буду смотреть, ожидать, прежде всего ожидать пробития зон, да, то есть и главное это, конечно же, уровень 0.6671 движение. Далее у нас золото у нас сегодня показывает хорошую динамику вниз, собственно, открыта у меня продажа как раз на развороте. Опять же, показательный момент, мы сегодня также с утра об этом говорили, я показывал, то что у нас был сформирован вчерашний максимум, да, который у нас находится ниже, да, чем у нас на 4-часовике, да, если смотреть, вот он, 4-часовик, на 4-часовике у нас максимум ниже, чем предыдущий сформированный, то есть это значит, что у нас
продолжается нисходящее движение, да, то есть, ну и ждем, собственно, уже как минимум движение к зоне 1216.93. Собственно, достаточно неплохой уровень. Здесь мы видим, есть консолидации, задержки, да, у этого уровня. Вот. Ну и дальше посмотрим. Собственно, цель у меня как раз вблизи данного уровня стоит. Если цена пробьет данный уровень, да, то есть уже дальше можно будет опять же действовать на продажу. Ну и цель, собственно, уровень 1203. 1203, вот мы видим, что сейчас потихоньку, помаленьку, то есть золото разворачивается, да, то есть, ну, и если мы пробьем уровень 1203, то тут уже, конечно же, смело дальше можно торговать на продажу, и действительно будет ясно уже смена, собственно, настроения крупных участников, да, в отношении данного ресурса, вот, ну, и будем действовать продажи, в принципе, и сейчас мы действуем также, действуем в продажах, на развороте торгуем. Вот, поэтому сегодня будет хорошая возможность. Сейчас, кстати говоря, передвинем стоп-лосс без убыток, чтобы застраховать сделку. В принципе, у нас уже есть неплохой достаточно разрыв, да, между ценой текущей. Вот, поэтому дальше будем смотреть, ждем опять же очередного движения наверх, и на развороте опять же будем заходить в продажи по золоту. Вот, а пока у нас есть сделка, ну сегодня, думаю, сможем закрыться, зафиксироваться уже у данной границы. Далее, собственно, у нас нефть, да, сегодня показывает положительную динамику, идет рост. Также сегодня нужно будет посмотреть, те, кто следит за рынком черного золота, да, то есть, может, кто-то торгует, следите за выходом показателей статистики, сегодня выходит от Министерства энергетики, да, США, посмотреть. Вот, ну и наверняка будет реакция. Вчера вот, собственно, у нас выходили данные от АПЛ, да, то есть по коммерческим запасам. Ну и, собственно говоря, цифры, которые мы сегодня с вами, о которых сегодня говорили, да, то есть было сокращение. Вот, ну и это был позитивный момент для рынка черного золота. Увидели отскок. Собственно, ну, на текущий момент, если смотреть, собственно, по технической картине, да, мы находимся внутри диапазона 37-84 и 39-33. Собственно, то есть в рамках данного диапазона мы будем двигаться. Ну и если сегодня выйдут положительные данные, также можем увидеть дальнейшее укрепление черного золота и движение уже к верхней границе. Вот здесь пока, ну, скажем, по сделкам, да, ну, тут нету пока очень таких хороших возможностей для того, чтобы можно было действительно действовать. Вот, и дальше посмотрим, если мы сегодня образуем вершину, да, локальную, максимум, и в принципе на развороте пойдем вниз. Все будет, конечно же, многое на самом деле сегодня будет зависеть от уже вечерних новостей, да, по Америке, прежде всего от протокола ФРС, который сегодня будет, да, которые в принципе могут крупным участникам, да, там подсказать уже какие-то детали, да, в экономической ситуации. Вот, ну и, вернее, уже даже перенастроить, скажем так, да, участников в отношении рынка черного золота. Вот, ну, посмотрим, все это будет у нас вечером, уже с открытием Америки дальше будет ясно. Пока, конечно же, ну, трудно здесь что-то, да, скажем, сказать, или тем более действовать, да, пока ситуация не совсем понятная. Далее, по доллар-рублю. Значит, сегодня
как мы с вами говорили, открылись гэпом вниз, да, в связи с ростом рынка черного золота вчера вечером, да, сегодня с утра, продолжением. По-прежнему находимся мы внутри диапазона. Здесь что-то, скажем, что-то сделать, да, но, собственно, пока невозможно. Вот, лучше ждать, конечно же, выхода из данного диапазона, ну и прежде всего движение к уровню 69-78, да, это для уже возможности покупок по данной валютной паре. Вот, что касаемо продаж, ну, ждем, соответственно, выхода из нижней границы уровня 66-63 с пробитием, с обновлением новых локальных минимумов, да, то есть здесь уже можно будет действительно думать о продажах. Но пока тут ничего не делаем, ждем, возможно, сегодня посмотрим, может быть, закроем ближе уже к вечеру, закроем гэп, возможно, да, то есть, ну и закрепимся где-нибудь как раз у уровня 69 ровно. Ну, это уже с открытием Америки, собственно, посмотрим, пронаблюдаем. Вот, собственно говоря, и все на сегодня, то, что я вам хотел рассказать, показать. То есть осталось, что у нас главное, посмотреть Америку, да, то есть посмотреть за протоколами, промониторить, кто следит за рынком черного золота, посмотреть статистику от Министерства энергетики и дальше уже принимать решение. Завтра посмотрим, наверняка у нас появятся новые возможности. Завтра встречаемся также в 9:45 по Москве с утра. Вот, ну и уже обсудим как раз сегодняшнее главное событие — протоколы ФРС. Все, на сегодня у меня все. Всем спасибо, хорошего дня вам, хорошего вечера, побольше профитов и до завтра.